Анонс и точно дата выхода третьей серии нового сериала «Гюльджамаль». Третья серия сериала выйдет в эфир 20 апреля. Ранее мы увидели, как Дева все же встала на колени перед Гюльджамалем, и она готова сделать все, что угодно, для того, чтобы спасти своего отца. Дева надеется на то, что Гюльджамаль рано или поздно выпустит ее из своего плена. Но мужчина ответил ей, что отпустит только в том случае, если умрет. Дева хочет знать, где ее отец, и пытается выяснить это у Гюльджамаля. Или же он его убил? Гюльджамаль ответил ей, что не убийца. Гюльджамалю приехала Зафер для того, чтобы увидеть своего сына. Гюльджамаль сказала Зафер, что ему не нужна ничья любовь. Зафер ответила Гюльджамалю, что его никто не любит. И даже родная мать его никогда не любила. Мерт очень огорчен из-за того, что ему пришлось жениться на Гюльендам. Она же сказала своему мужу, что вышла за него замуж не ради него, а ради ребенка, который находится под ее сердцем. Гюльджамаль закрыл Деву в своем доме. Она уверена в том, что он так и умрет в полном одиночестве. Ведь ни одна женщина никогда не сможет полюбить такого монстра. Она считает его психопатом, больным и убийцей. Дева решает поджечь свою комнату, и больше всего она хочет избежать из плена Гюльджамаля. Гюльджамаль догоняет Деву, но она неожиданно стреляет в него. Третья серия сериала выйдет в эфир 20 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.